Итак, друзья, всем привет! Сегодня я хотел бы на своем примере рассказать вам о том, как пытались взломать мой аккаунт ВКонтакте, точнее украсть логин и пароль, и как это произошло. К сожалению, я удалил переписку и там кинул страйк вот этому человеку, который мне прислал сообщение. Он прислал типа «помощь животным», и вот такая вот была ссылочка «almoopapaerssap», ну и так далее. Ну, по крайней мере, начинается именно вот так вот. Причем ком, по-моему. Значит, и в сообщении человек пишет «помоги животным», вот под подпись на Change.org, я перехожу на Change.org, а там переходит не на Change.org, то есть копия, клон Change.org полностью, но ссылка там абсолютно другая, то ли part, какая же там была part, либо form.ru или part, ну, короче, совсем не Change.org. Вот. Ну, там были, кстати, ссылки, где можно, какие-то ссылки на клоне не работали, вообще на них нажимаешь, не работает. И какие-то просто действительно вели на сам Change.org уже. Так вот, значит, я, конечно, ой-ой-ой, подумал, черт возьми, зашел на аккаунт человека, у него там было 40 подписчиков, что-то половина из которых были уже удалены, я подумал, вот я попал. И через некоторое время мне пришло сообщение, мы зафиксировали, что вы недавно перешли по вредоносной ссылке, это значит, что мошенники могли украсть ваш пароль, пожалуйста, измените пароль в настройках прямо сейчас. Так вот, я сменил сразу же пароль, и после чего понял, что надо аккуратно, аккуратно отвечать, и я знал об этом, но все равно, несмотря на это, знаете, там была жалостная, значит, фотография животного, помоги и так далее. Но, друзья, это не говорит о том, что нельзя никому верить, но в Википедии есть официальный сайт Change.org, можно посмотреть, как называется, самому зайти на Change.org, посмотреть, как называется ссылка, и не заходить вообще на непонятные вот такие вот ссылки, друзья. Ну, собственно, и все. Так что еще можно добавить, не заходите на непроверенные, непонятные ссылки. И я рекомендую всегда проверять, даже когда скачиваете программы, заходите в Википедию, узнавайте, какая официальная ссылка на, значит, программу, ну и скачивайте там именно по официальной ссылке, которая указана в Википедии у этой программы. Так что, друзья, вот все, всего доброго, всем пока, до свидания.